И, наконец, здравствуйте, дорогие друзья. Перед вами Инна Бондарь, композитор и замечательный арфист Филипп Барский. Проект «Сварта». Начнем мы с ирландской народной песни о любви, где девушка говорит: «Иногда мне так неспокойно, так хочется сказать своему любимому, как сильно я его люблю. Но думаю я, а вдруг тогда он сочтет меня слишком дерзкой, смелой и перестанет, и не будет меня любить». Through bushes and through briars. Bushes and briars. Stay.
посвятить своему погибшему другу Славе Сухареву. Была такая замечательная группа «Велоды» в Питере. И это тоже один из первых в России волынщиков. И вообще удивительный человек. А песня называется «She Moved Through the Fair». Ее многие знают. И тоже о любви, конечно. Скорее о вечности этого чувства.
композиция Филиппа Барского под названием «Временное название композиции о дружбе с деревьями». She bore, fa la 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 la.
Sister ground, fa la 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 la.
том, как... Что... Как, мне кажется, обычно происходит в любви. Когда люди дают друг другу серию совершенно невыполнимых заданий. Говорит, например, сшей мне рубашку без швов и ниток. И тогда все, может быть, будет хорошо. Thank you.
Цыганская народная песня «Бати Винту Фрунзеле». Хорошо, значит, колядка. Добрый вечер, хозяйка. Чтобы
были твои детки здоровы и дом богат. Но нам так холодно. Пусти нас поколядовать. Thank you.
цыганская, молдавская, румынская народная песня. На самом деле балканский фольклор настолько перемешался, что уже не разберешь. Ну, как минимум, песня про цыганку.
Thank you.
сейчас цыганская народная песня про красивую девочку. Чай еще Корея. Thank you.
Следующий будет авторская композиция Мити Игнатова с маленьким кусочком молдавской дойны в начале. От меня. Amar, rompo y...
Напоследок, друзья, прозвучит болгарская народная песня. Про... Тоже про любовь. Где девушка говорит своему любимому. Любимый, ты хотел прийти ко мне в гости? Так вот, это надо сделать прямо сейчас. Потому что сейчас нет дома ни мамы, ни папы, ни бабушки, ни дедушки. Thank you.
секунды. Попросить вас держать за меня кулаки в феврале, когда будет моя, надеюсь, последняя операция в этой всей страшной медицинской истории. И еще у нас можно купить дисков моего брата Этна Спирит. Замечательной художницы, моей названной сестренки Наты Елизаровой, по мотивам бессмертного ежика в тумане. Спасибо.